Тим Витыч, а где мои ручки? А, вот они! Ого, Тимофей, ну у тебя и ручки! Привет, друзья! Сегодня у нас челлендж «Не своими руками». А «Не своими руками» мы будем запускать бейблейды. У нас есть три бейблейда. Итак, бейблейд «Рактавор», бейблейд «Вайврон» и бейблейд «Волтрек». Сейчас мы эти бейблейды разберем. Тима не своими руками, а руками папы, я секрет такой раскрою, руками папы соберет бейблейд. Это будет какой-то совершенно уникальный бейблейд. И из остатков я тоже соберу бейблейд. И вот такими вот бейблейдами мы будем сражаться. Да. И посмотрим, что у нас получится. Ребята, ставьте лайки, кому нравится такая идея. И не забудьте участвовать у нас в конкурсе в предыдущем видео. Посмотрите, вон там в уголочке будет ссылочка. Итак, начнем. Итак, сейчас мы разбираем все наши бейблейды на части. Волтрек, Вайврон и Рактавор. Эти части я перемешиваю. Тимофей, теперь тебе остается не своими руками собрать уникальный бейблейд. Ну что, Тима, папа, ты готов собрать уникальный бейблейд? Да. Ну, начинайте. Выбирайте детали. Итак, у нас наконечник от Вайврона. Дальше силовой диск ищем. От Вайврона. Тоже от Вайврона? Ого! Ты еще найди Вайврона сам этот энергетический диск и будет вообще. Так, ищем что? Что? Вайврон! Да ну, так неинтересно. Стоп, я сейчас заново перемешаю. Так. И заново мешаем. Итак, еще раз. Давай. Это Рактавор. Отлично. Рактавор. Да что ж такое? Вайврон. Ага, вот это у нас будет уникальный бейблейд. Значит, у нас будет энергетический диск. Это Вайврон. И все остальное Рактавор. Ну и я попробую с закрытыми глазами тоже собрать диск. Ребята, я действительно закрываю глаза. Перемешиваю. Так, что я взяла? Вайврон. Так, дальше силовой диск. А, где он? Вот он. Что я взяла? Волтрек. Отлично. У меня, походу, будет интереснее. А это кто? Это Рактавор. Итак, у меня Вайврона, Волтрек, Рактавор. Вот так у меня будет. И я собираю тоже свой бейблейд. Итак, у нас получилось вот таких вот два уникальных бэя. Посмотрим, кто кого. Да. Держите, это ваш, а это мой. Поехали. Три, два, один, вперед. И кто кого, ребята, смотрим, раунд первый. Рактавора, Волтрек, Вайврон, да? Нет, что у меня какой диск? Ну, короче, Тимон уже Вайврон сдался. Ну что ж, Тимофей, тире папины руки, вы готовы? Да! Поехали! 3, 2, 1! Итак, погнали наши уникальные бэи. Сейчас посмотрим, кто же кого. Пока они аккуратненько на серединке крутятся. Кто же? Тима, ты болеешь? И кто у нас сдался первым? Вайврон, Рактавор. Итак, у нас все-таки на пару минут Рактавор прокрутился. Я опять выиграла. Ха-ха-ха. И раунд третий. 3, 2, 1, гоу! Ого! Только что моего Рактавора подбили. Посмотрите! Команда папа Тимофей победила! Ребята, придется еще один раунд играть. Да. Пока мисс 2-1. Раунд четвертый. 3, 2, 1, гоу!
что? А наш остановился. А, так они оба врезались друг в друга. Да. Но мой разлетелся. Ребята, как теперь судить? Что? Я проиграла, потому что мой-то разлетелся. Что? Переигрываем. Переигрываем, да? Да. Хорошо, все. Раунд пятый. 3, 2, 1. Ого! Классно крутятся. Давай. По-моему, сейчас Вайврон остановится. Все, ребята, я выиграла. Кому понравился челлендж, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Team Vintage. Пока-пока. Пока, друзья.